день. Сегодня у нас фильм посвящен, чем же заняться можно в Польше. Хочу сразу разграничить. Заниматься и работать. Работать – это нанятые работники, они идут просто на фирму и работают там. А заниматься можно разными вещами. И для начала я хотел бы сделать некий экскурс в историю. В 19 веке отраслями, которые тянули как бы всю экономику, выработка стали и выдобыча угля. В 20 веке мы знаем, что были и войны, поэтому отрасль военная тянула всю экономику вверх, а после войны, конечно, и строительная отрасль. В 21 веке отрасль, которая тянет всю экономику вперед, это информатика и робот, все, что связано с роботами. Да? Хотел бы сегодня показать вам несколько примеров, как работают роботы, как они заменяют человека, чтобы понимать, чем может заниматься в Польше в 21 веке. Хочу вам показать еще один пример робота, что очень характерно, те все роботы, они занимают очень мало места, то есть, условно говоря, вот видите, может, 1.5 метра поверхности занимает, а может быть и нет. Этот робот абсолютно заменяет человека. Закидываем сюда монетку, прокручиваем и получаем некий шарик с сюрпризом. Ну, вот так это работает. Еще один пример, как работают роботы в нашей мире. Вот, пожалуйста, паркоматы. До недавно в нашем городе Белостоке работали парковщики. Сейчас их заменили вот такие вот роботы. Они работают совершенно автоматически. Вот здесь солнечная батарея, да, которая позволяет заряжаться аккумулятору. Принцип работы очень прост. Приходим в табло, вводим свой номер своего автомобиля, нажимаем ОК, запрашиваем копейки здесь, еще раз ОК, и нам печатается билетик. В принципе, можно то же самое сделать с помощью карточки, то есть пейпасовская карточка, подходим, вводим номер автомобиля, ОК, прислоняем, еще раз ОК, и нам дает билет. Ну, в принципе, вот примеры того, как работают роботы в нашей жизни. Перед нами вот пример именно робота, который используется на сегодняшний день в Польше. Достаточно популярная вещь. Это называется панчкомат. Есть тоже, точно так же выглядит, но только беленькие. Это у нас прачечная. Смысл работы следующий. Человек приходит, грязные вещи вкладывает в ящик. Вот здесь подходит, проплачивает. Вот. За услугу на следующий день можно прийти и забрать уже постиранные, поглаженные вещи, готовые. Можно просто их одеть. Хочу вам еще показать один пример. Всем известный банкомат, да? Но есть еще и платомат. Смысл работы платомата заключается в следующем. Приходим, всовываем туда карточку свою, вводим пин-код, и ложим просто-напросто деньги в этот платомат. Деньги зачисляются практически сразу же. Еще один пример, как работает робот. Уже не надо парковщика, вот есть автомат. При въезде у нас получаем мы такой квиток с тем квитком. Если 2 часа, меньше чем 2 часа мы пробовали в супермаркете, мы можем подъехать и нам откроется шлагбаум. Если же мы были больше чем 2 часа, то надо подойти сюда, сунуть квиточек и рассчитаться обратно. От момента, когда мы рассчитались, у нас еще есть 15 минут для того, чтобы выехать в супермаркет. Ну, в принципе, вот и все.
мы сегодня вам показали несколько примеров, как выглядят роботы, как они заменяют человека. А теперь хотел бы еще один такой аспект, да почему же так должно быть и не может это быть иначе. Проблема заключается в том, что согласно польским законам, если работник работает, у него должно быть 7,5 метра квадратных минимум поверхности рабочей. Аренда таких территорий – это тоже деньги. Мало того, в 2017 году, согласно закону, за час работы работодатель должен уплатить для работника не менее чем 13 злотых брутто. Это тоже за собой влечет очень большие затраты. А робот что? Робот занимает 1,5 метра поверхности, как правило. Робот работает в автономном режиме, робот работает и днем, и ночью. И роботы в обслуживании достаточно дешевые. Как бы там даже такой пример, некоторые роботы запитываются солнечной батареей. Работник тоже, он работает с до, то есть, как правило, это 8 часов, так допускают законы Польши. А вот робот может работать круглосуточно. Спасибо вам всем за внимание. До новых встреч.